Так, купили новую флеш-карту видео. Мы сейчас в деревне находимся. Приехали из города. Нет, ну я проглядываю в магазин. Вот наши портреты. Проигрываешь, да? Да ты что проигрываешь? Я, может, где проигрываешь? Данила. Что он снимает? Он проверяет новую эту. Работает или не работает? Я флешку проверяю, как работает. Флешку памяти. Мы сейчас в деревне, на кухне. Впроголодь. Бабулечка, дедулечка, скажите что-нибудь на камеру. Не подавить. Так это вон там это были, ну, в зале. Да. Ну да, это тот же зал. Да, и выставляли там эти таблички, какие столы, кто за столом сидят. Да. Ну что там, что какие-то, ну что-то делали. Ну понятно, что дело-то только кажется, что ничего и все. А все? Надо все проверить, все, чтобы удостовериться. Когда разогреться, надо пустить. Ну ладно, мы вот сейчас не были. С легким паром. Я да, с легким паром. А я сегодня кираза сходил потихоньку. Но. Да, ну теперь что мы пойдем гляну? Я не хочу ничего. Нет, я сейчас пойдем гляну. Я не знаю, я про то говорю, что...
Вы не мешаете? Нет, я тут жду, кто следующий. Ребят, возьмите Возле Эдена остановились. Машину качает. Не, все, невеста жениху моих. Смотри, с шампанским поливает. Открыли. Открыли, стреляют, шампанским поливают. Творят, а черти, а? Молодежь, молодцы. Молодцы, молодцы. Делают праздник. Знают традиции. Знают. Дали, вон бабуля с шампанским. Бегут. Иди. Бабуля заблудилась. Бабушка мою машину видит и бежит уже по привычке. Дед-то с ней там? Да. Если ты готова, Никита, если ты морально готова взять всю ответственность на себя, вот с этого самого жеста, если все гости готовы теперь помогать этой удивительной семье, тогда, я думаю, мы на счет три
все вместе пробуем, как минимум отправлять это все дело в космос. Операторы готовы, фотографы готовы. Ну сейчас, дамы и господа, считаем. Раз, два, три!